Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна, и мы находимся в магазине «Светофор». Это школьная 169 «Шушары». Давайте смотреть, какие новиночки сюда приехали, и новинок действительно много. Вот такого набора наверняка вы не видели еще ни в одном «Светофоре». Набор для кухни: поднос, салфетница, конфитюрница и солонка в одном наборе, между прочим. Производство Республика Беларусь. И кто смотрит мои ролики из магазина «Доброцен», знает эту компанию «Беросси». В «Доброцен» недавно, буквально месяц назад, привозили очень много ассортимента от вот этого крупного, видимо, производителя из Беларуси «Беросси». Сам набор изготовлен из полипропилена и полистирола. Из полистирола вот как раз вот эта сахарница, конфетница, ложечки простенькие, пластиковые лежат. На дачу великолепный вариант. В двух цветах этот набор приехал. Ложечки здесь пластиковые, прозрачные, полистирольные. Вот еще в таком цвете. Назову его пыльно-розовый цвет. Перед Новым годом магазин «Светофор» просто завален новинками. Насадка, фильтр для экономии воды на кран. 123,90. Знаю, что многие такую насадку покупали раньше на AliExpress, и вы вот сейчас можете приобрести ее здесь. Всего за 123 рубля. Производство Китай. Приезжает она под брендом «Рыжий кот». Можно регулировать напор воды. Двигается эта насадка, поворачивается на 360 градусов. Аэратор разбивает поток воды на множество мелких струй, благодаря чему микропоток насыщается воздухом. Не замечая разницы, вы расходуете не 12-15 литров, а 5-6 литров в минуту. Имеет три режима работы: максимально экономичный, экономичный и душ. Шейкер с пружиной и держателем 700 миллилитров, 169,90 его цена. Производство Китай. Смотрите, какой интересный шейкер. Из пластика он изготовлен, пластик пищевой, производство Китай, и они есть с разными цветами крышек. Вот, например, зеленая, синяя крышка и красная крышка. Внутри этого шейкера действительно лежит пружинка такая в виде шарика, и если трясти бутылку, то внутри жидкость будет взбиваться, то есть хорошо подойдет для, например, смузи. И новый набор емкостей для продуктов. Fusion называется, 5 штук. Здесь контейнеры 330 миллилитров, 630 миллилитров, 1,1 литр, 1,7 литра и 2,6 литра с очень яркими крышками. Что удобно, все эти контейнеры складываются друг в друга. Производят эти контейнеры Московская область, город Дмитров. Очень симпатичные, интересные, красивые контейнеры. И даже вот написаны, нанесены рисочки на самый большой контейнер емкостью 2,6 литров, а самый маленький 330 миллилитров, всегда пригодится в хозяйстве. Господа автомобилисты, незаменимая новинка — телескопическая автомобильная щетка с двойным усиленным скребком. 336,30, производство Китай, появилась в магазине «Светофор». Двойной усиленный скребок, имеется в виду, что помимо маленького скребочка, с другой стороны, вам предлагается воспользоваться большим скребком. Сейчас мы в городе Санкт-Петербург, минус 20 градусов на улице. Я сегодня долго прогревала свой автомобиль. У меня такая щеточка есть. Если бы не было, я бы с удовольствием приобрела в «Светофоре». Щетинки очень плотные, хорошие. Производство щетки Китай. Есть она у нас только в черном цвете. Ну, если вдруг вы заглохли, вам помогут пусковые провода, которые всегда должны лежать в автомобиле для аккумулятора автомобиля. 2,5 метра, 298 рублей. Производство этих проводов Китай. Тоже нужная вещь, всегда пригодится. Пуфик складной с отделениями для хранения. 32 на 30 и на 30 сантиметров. Нагрузка на этот пуф 100 килограмм. 413,40 цена этого пуфика. И в отличие от магазинов «Коммунария», сюда приехала вот такая расцветка. Серый с белым зигзагом. Вот так я его назову. Этот цвет. Очень аккуратненько все сделано. В прошлом году такие пуфики приезжали.
и отзывы разные. На самом деле, если вы вдруг пользовались таким пуфиком, нам, пожалуйста, напишите, реально ли он выдерживает нагрузку до 100 кг. Для любителей носочков отличная новость. Появились носки женские в комплекте, три пары. Размера 23 для до 25, вернее, эластан 3%, 109,70 их цена. Вот такие носочки, очень аккуратненькие. Производит Новгородская область эти носки носочно-перчаточная фабрика «Виктория». 70% хлопок, полиэфир 20%, 7% эластан и 3% спандекс. Много носков разных, но называются эти носочки женские, то есть носки только женские. Всем нам пригодятся. Есть комплекты и с белыми носочками, вот, например, здесь. И второй товар – это получулки с шерстью женские, 4 пары, 240,70 их цена. И смотрим на эти получулки. Они идут еще и с новогодним дизайном, вот, например, с оленятками чулки. А вот эти, я помню, в прошлом году лежали на Московском шоссе в светофоре с вот такими божьими коровками. Есть и вот такой набор, женские носки, получулки женские, 4 пары, размер 23-27. Посмотрим все, на самом деле вариантов очень много, этих тепленьких, они тепленькие такие, хорошие, мне очень нравятся. Вот еще такой рисунок, орнамент. В общем, вариантов носков сейчас очень много, приезжайте. В прошлый раз забыла вам показать вот этот торт. Бисквитный, карамельный, под брендом Faretti Simple. 230 грамм, 63 рубля его цена. Называется он карамельный торт. В прошлый раз я успела купить вот этот торт, уже попробовала. И хочу вам сказать, что очень вкусный. Это как бисквит, пропитанный вот здесь, в данном случае, шоколадным каким-то сиропом. Еще есть карамельный торт. Я, по-моему, в прошлый раз купила сливочный. Да. В прошлый раз я купила вот такой сливочный торт. Сегодня я, пожалуй, попробую, наверное, вот такой карамельный торт еще. Очень вкусно с чаем, с кофейком. Бисквит с легким таким ароматом карамели наверняка. Компания Faretti поставляет свою продукцию в доброценный. В фикс-прайсе можно встретить кое-что. Так что качественная продукция в индивидуальной упаковке. Вот еще раз покажу. Сейчас есть в наличии вот такие пирожные от этой же компании, от этого же бренда Faretti. 27 штук в упаковке, 348,30. Производство Россия. 27 штук здесь с карамелью и солью. Одна подписчица мне уже писала, что это, ну, очень вкусный бисквит. Я не рекламирую алкогольную продукцию, а только делаю на нее обзор. И на кассе вы можете приобрести икристое вино полусладкое белое российское премиум. 750 миллилитров. Салют Алка называется компания. 169 рублей. Напомню, что в магазинах низкоценовых, таких как Светофор, Маяк, наценка на алкоголь, она минимальная. То есть вот эта цена вас смущать не должна, потому что в другой рознице это шампанское может стоить и 300 рублей, 250-300 рублей 100%. И производит это шампанское Северная Осетия. Не проходите мимо вот этого замечательного печенья, рождественский огонек с какао имбирем от компании Брянск Конфи, известный производитель. 300 грамм здесь, 56,50. Сейчас все мы будем наряжать елки. И как раз вот эти печенюшки можно в виде игрушек повесить на елку. Оно очень вкусное и обладает ярко выраженным имбирным вкусом. В общем, классная, я уже пробовала, сегодня, пожалуй, тоже возьму. Завезли светодиодную подсветку 1,2 метра, 18 ватт с проводом и выключателем, 256 рублей 30 копеек. Рассадная, сезон рассады нас ждет, господа, и наверняка многим вот такой светильник светодиодный пригодится. Его отличительная, положительная особенность, так я назову, это его длина, 1 метр 20 сантиметров. Он внушительный, мощность 18 ватт, цветовая температура 6500 К, 1500 люменов, больше 30 тысяч часов, срок службы вот такого светильника. Он идет уже с выключателем, кнопочка включения-выключения, работает
от сети. Влагозащищенный светильник 15 ватт, 194 рубля 70 копеек. Производство Китай. То есть, так как он влагозащищенный, видимо, его можно в банях устанавливать, в каких-то помещениях, где будет влажно. Мощность светильника 15 ватт, световая температура 4500 К, световой поток 1200 люменов, больше 30 тысяч часов работы, диаметр светильника 14 сантиметров. И не забывайте, в прошлом ролике моем я показывала подробно технику бытовую. Зеркало косметическое, есть наличие, 400 рублей с LED-подсветкой. Кофемолка 150 ватт, 533,50. Также есть и машинка для стрижки 327,40. Выпрямитель для волос, новогодние прически «Привет» 339,80. И новинка. Новинка в этот раз тоже приехала. Это штопор электрический 519 рублей 20 копеек. Ну и мы будем не мы, если мы с вами все не посмотрим, что это за штука такая. Работает она, этот штопор, от 4 батареек типа 2, которые в комплект не входят, конечно. 4 батареек хватает для откупоривания 50 бутылок. Внимание, я не рекламирую алкоголь. Нож для удаления фольги с пробки. Напряжение 6 ватт, мощность тоже. Напряжение 6 вольт, мощность 6 ватт. Штопор. Вот так выглядит этот штопор. Отсек для батареек. Сюда вы подставляете бутылку, нажимаете, видимо, на кнопочку, и штопор делает свое дело. Слушайте, я не пью много алкоголя, стараюсь не употреблять, но вдруг вы работаете в каком-то кафе, да, небольшом, например, где не нужен мощный штопор, я думаю, что вот такой вариант вам подойдет. 519,20 его цена. И я думаю, многих заинтересует светильник светодиодный Фито. Часто в моих роликах, под моими роликами спрашивают про этот светильник, потому что на нас надвигается садоводческий сезон, рассада, господа. 230 рублей, 8 ватт этот светильник. Вот он приехал в магазин «Светофор». Стоимость чудесная. Длина этого светильника небольшая, всего 57 сантиметров, ширина 35 миллиметров. Сетевой провод, инструкция по эксплуатации и установочный комплект, собственно, в комплекте. Кнопочка включения-выключения этого светильника. Так что, господа садоводы, приезжайте. Их не так уж и много на самом деле. Вот коробочка стоит, 230 рублей они стоят. И я смотрю, два по цене одного сейчас. Акция на вот это изделие хлебобулочное под названием «Италика». 1 килограмм 184,50 цена этого изделия. То есть две упаковки килограммовых вы получаете вот по этой цене. Мне кажется, отличный вариант. Изделие хлебобулочное с йогуртовой начинкой «Метрополис». 1 килограмм 162,40, производство Россия. В очень интересной упаковке оно сделано. Видите, картонная. Кондитерская фабрика «Метрополис» расположена в Краснодарском крае. Очень аккуратненькие печенюшки. Выглядят хорошо, нету поломанных печеньев, что тоже говорит о качестве производства. И нигде пока не видела вот таких конфет злаковых с начинкой в шоколаде с арахисом. Называется «Малвик Шоколастерс». 800 грамм 347,60 за вот как раз 800 грамм. Маленькие такие конфетки здесь с арахисом в шоколадной глазури. Очень вкусно, ароматно, аппетитно выглядят еще вот эти печенья-палочки «Топленое молоко» от компании «Дымка». 153,80 за 1 килограмм. Хочу сказать, что вообще продукцию компании «Дымка» разбирают очень быстро. Вот в прошлый раз был огромный палет, осталось, ну, не так много упаковок, значит, изделие вкусное. Паштет печеночный со сливочным маслом. Великоновгородский мясной двор производит, 39,60. По ГОСТу изготовлен этот паштет. В составе: печень, говяжье масло, сливочное, мозги свиные, лук, соль, сахар, пряности молотые, перец душистый, перец черный, мускатный орех, корица и гвоздика. Здесь производит Новгородская область. Из новинок еще тюлька неразделанная в томатном соусе. 240 грамм крым, 39,40. Сделана в России рыба. Тюлька неразделанная, томатный соус, вода питьевая, томатная паста, сахар белый кристаллический, мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное, лук измельченный, ну и много еще всего в составе. Производство этой тюльки
Россия, Республика Крым. Ну а на этом, уважаемые подписчики, я хочу закончить свой обзор. Очень много классных новинок. Напомню, что к вечеру еще привезут бананы и ананасы, так что приезжайте. Много всего вкусного и интересного нас с вами ждет по доступной хорошей цене. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока, до свидания, до новых обзоров самых выгодных вам покупок.